Далее развитие внутреннего туризма. В Восточно-Казахстанскую область прибыла делегация из области ЖИТИСУ. Специалисты туриндустрии провели масштабную презентацию, на которой рассказали об уникальной природе своего региона, а также о тех условиях, которые созданы для путешественников. Мероприятие роуд-шоу «Визит ЖИТИСУ» направлено на популяризацию и продвижение туристических объектов ЖИТИСУской области. В ходе мероприятия посетителям рассказали о том, какие преимущества имеет туристический кластер ЖИТИСУской области, а также какие кемпинги, отели, базы отдыха и природные красоты сосредоточены в регионе. Наша задача – познакомить наши красивейшие места. Допустим, наш Шунгар-Алтауский национальный природный парк, он очень славится, он образован в 2010 году, и тоже очень много красивых исторических и природных объектов. Поэтому очень рады быть у вас здесь, в Восточном Казахстане. Специалисты уверены, что для развития внутреннего туризма необходимо проводить больше мероприятий, в которых можно подробно рассказать о туристических направлениях, а также о достижениях в экономике регионов. Мы прибыли с ЖИТИСУской области в город Усть-Каменогорск с особой целью. Это ознакомить местные туристические компании, туроператоры, а также других работников именно туризма с нашими продуктами ЖИТИСУской области, какие мы продукты предлагаем, какие туристические направления есть, какие места, какие виды, какие интересные виды туризма есть и на каком этапе сейчас развивается в нашем регионе туризм. Потенциал ЖИТИСУской области в сфере туризма огромен. Тут расположены побережья озер Алаколь и Балхаш, государственные национальные природные парки, которые известны прекрасной нетронутой природой. С 2015 года работаем. За эти 8 лет мы приняли более 200 тысяч туристов. К нам приезжают туристы из Казахстана, а также из России, Китая, Индии и стран Европы. Туристическая делегация посетила уже несколько регионов и провела свои презентации в Астане, Шымкенте, Туркестане. По словам организаторов, проект продолжит свою реализацию с участием туроператоров других областей Казахстана. Ирина Санникова, Гульдана Айдар Кызы, Илнур Нурайканов, Алтай Акпарат.